новости. Сейчас с вами Анастасия Богомолова. Здравствуйте. Развитие Гродной всей области в центре внимания главы государства. Президент находится с рабочей поездкой в этом регионе. По прилету сразу зашла речь о проблемных вопросах в сельском хозяйстве. Из-за погоды в области есть недобор по зерну. О социально-экономических перспективах и градостроительных планах Гродно президенту доложили на площадке агротуристического комплекса «Коробчицы». Областной центр должен развиваться без спешки и застраиваться с умом. При этом необходимо развивать и населенные пункты в сельской местности, находить своего рода изюминки для их использования, в том числе в сфере агротуризма. Надо заселять наши дедовские деревни и поселения. Там надо земли, пусть даже полгектара. Пусть забирает полгектара, ему и детям хватит. Но стараться как-то ограничивать, если уж на то пошло, ограничивать развитие областных городов и Минска. Это особенно для Гродно это важно. Не надо перенаселять. Гродно сейчас хороший городок. Сколько сейчас населения? 370 тысяч. Ну, 370 тысяч хороших городов. Развить его до 500 тысяч, полумиллиона, это уже... 400 вот мы... Ну, да, это тяжело. Поэтому есть возможность там развиваться, там развивайтесь, но не рассчитывай, что ты получишь землю сельхозного значения. Вот идея у вас есть в рамках города, по-хозяйски это... Надо эти строить дома, если это нужно. Александр Лукашенко посетил спортивный комплекс «Пышки». Тут действуют сразу две площадки – футбольный манеж и ледовая арена. Они построены по принципу воздухоопорной конструкции. Каждый день здесь занимаются до 400 детей из детской спортивной школы. Тренировки проходят в режиме нон-стоп на протяжении всего дня. В эти минуты президент в Гродненском университете имени Янки Купалы. Здесь начинается встреча главы государства с одаренной и талантливой молодежью.